Последняя проповедь. А сердце Спасителя бьется все глуше. Как туча нависла предсмертная тень, и крики насмешек врезаются в уши, больнее, чем ржавые стержни гвоздей. Христу не хватает сейчас кислорода, болезненным каждый является вздох. Трясется земля и рыдает природа, распятый с креста проповедует Бог. В жестоких мучениях, за нас умирая, когда потемнело от боли в глазах, вселенную видя от края до края, Он жажду спасения мира сказал. Он мог бы свершить справедливое мщение, призвав легионы космических сил, но Он, преисполненный духом прощения, прости им, Отца об убийцах просил. Христос умирать всех нас правильно учит, и мы извлекаем полезный урок, когда, находясь под агонией тучей, «Прими, Дух мой, Отче, Сын Божий изрек». Пожалуй, числа нашим нет преступлением, их столько, как в небе темнеющим звезд. Но Он обеспечил всех нас исцелением, когда «Совершилось» с креста произнес. Я слушаю сердце, что бьется все глуше, в котором так много любви и огня, и вновь понимаю, все лучше и глубже, как многим пожертвовал Он для меня. И я припадаю в смирении снова к подножью Голгофы и к древу креста и с трепетом слушаю каждое слово сразившего смерть Иисуса Христа. Аминь.